Ребятки, всем привет! Новый день, и у нас кто-то приехал. Та-дам! Нам привезли Семёна обратно, и мы уже подстригли волосики. И у нас, знаете, в чем вопрос сейчас возник? Ну, в общем, Сёму, ну, судя по всему, покусали мошки. Ну, потому что они были на даче. Ну, и бабушка сказала, что мошки были, что кусали. Но это окей. Но Серёжа заметил у него волдырь, который прям сдулся, в котором есть жидкость. На что это похоже? На ветрянку. Короче, сейчас будем наблюдать. Нет, это пузет. Что это? Пузет. Кровь. Кровь? Да. Ну, короче, не знаю, будем смотреть, наблюдать. Что нужно будет вызывать врача, чтобы он посмотрел. Но, блин. Неужели он от той девочки подхватил? Помните, 2 недели назад, наверное, я говорила то, что Сёма очень близко на качельке качался с девочкой, которая болела ветрянкой, но у нее уже, типа, уже заканчивался этот период. Ну-ка, покажи мне еще раз, я посмотрю, где вы с папой пузырик нашли на руке. Дети у нас выспались. Оба. Сенька у нас что-то мало сегодня спит. Сёма поспал, проснулся какой-то капризный. Все ему не так. Суп красный он не хочет, я сварила борщ, ему нужен желтый суп. Короче, проснулся он не в духе. Пока никаких изменений больше с этими высыпаниями у него нет. Но вот этот вот один пузыречек у него есть, а остальные прыщи. Ну, не прыщи, это как укусы. Красные пятнышки, они немножко опухли, никак не изменяются, так что, может быть, это просто какая-нибудь там муха, условно говоря, его укусила. Я сейчас разбираю одежду, которая высохла. Сережа там кушает, уже покушал, я сейчас тоже пойду и покушаю спокойненько. Что у тебя тут? Ну? Ой-ой. Осторожней со своими стремями. Ну что такое? Я еще на всякий случай все эти пятнышки зафоткала для того, чтобы потом смотреть, ну, появляются где-то новые или нет. Потому что мне кажется, что у него одно новое появилось возле пальца на руке. Вот. Вроде пока пузырьков, как я уже сказала, нигде нет. На самом деле, господи, уже хоть бы это была ветрянка, хоть не хочется, конечно, чтобы болели. Мы хотели прививку поставить, но прививки нет. Так что лучше уж переболеть тогда, и все, чтобы не мучиться. Ну, тем более возраст уже больше 3 лет. Там с каждым годом все тяжелее. Ты зачем носки папины ешь? Будет переносим. Сейчас посмотрим, понаблюдаем. А мне, не знаю, блин, надо ехать на этой неделе в налоговую. Желательно в понедельник или вторник. Спрошу у мамы, может быть, она с детьми сможет посидеть. Ну, хотя бы Сёма, а я с Сеней съезжу по-быстрому и решу дела. Блин, только хотела заснять, как вы там вместе играете. Короче, там Сёма с Сенькой вместе играли. Сеня приполз в его комнату и начал игрушками играть. Сёма пришел, начал тоже с ним играть, но забрал у него трактор и уехал. Теперь Сеня развлекается с другими игрушками. Мы вышли на прогулку. Все вместе. Уже время 7 практически. Сеньке пора спать ложиться. Ой, скажи, светло. Сейчас чуть-чуть погуляем. Я его укачаем, наверное, в коляске. И пойдем. Сейчас я тебя поверну. Сейчас поверну. Вот так вот, да, скажи. Мама прям на солнце поставит. Пойдем гулять. У нас сегодня столько много пуха. Вчера он тоже летал, но не так сильно. А сегодня прям как снег летает. Жесть. Сеня, ты что-то тоже вот так вот, рукой так вот делает, что-то объясняет, машет. Сеня, что ты там объясняешь? Арсюха у нас снова осваивает качели, да? Ой, как радостный. Тебе весело? Да? Ну, как весело. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чьи ножки тут? Съем тебя? А ну, держись. А ну, держись, хулиган. Да ты чего?
прыщавка. Не возмущайте. Не возмущайте. Анастасия изо всех сил сопротивляется сну. Он просто встает, там переворачивается, ни в какую не укладывается. Хочет смотреть по сторонам. Привык уже дома спать. В последнее время на улице его не укладывали. Да? На два сна, когда он перешел, он стал дома нормально спать. А сейчас, видимо, сопротивляется. Мы уложили детей, а время уже, правда, 11, я не с тобой. Время уже 11, Сёма только вырубился. Что-то он сегодня очень долго как-то уходил на сон. Вообще, он сначала решил поиграть в конструктор. Я ему читала сказки, он там собирал, разбирал, почитаю, все, еле как улеглись, естественно, попить в туалет. Потом опять легли, потом он что-то там еще вспомнил, сидел, что-то мне разговаривали. И в итоге он отрубился, и на укладывание сегодня ушло 1,5 часа. И он прям когда засыпал уже практически до конца, он начал себе расчесывать там эти его укусы, пятна, непонятно что, короче. И я вот целый день хожу в раздумьях, у него вот этот один, получается, прыщик. Один прыщик жидкости у него есть, этот, про который я вам еще утром говорила. И он, как будто бы раньше там была прозрачная вот эта жидкость, а сейчас она стала желтая. И мне как бы непонятно, что происходит вообще. На остальных пятнышках нету этих пузырьков. И есть только одно новое пятно на пальце. Вот тоже вам про него говорила, и все. Больше я... как бы не особо паникую, да, из-за того, что там, если ветрянка, не ветрянка, все, ну, проболеет, все болеют, либо там все болеют, нет ничего в этом страшного, но у меня-то, блин, планы на следующую неделю, ну, точнее, на эту, которая начнется уже завтра. Во-первых, мне нужно в налоговую съездить, это, ну, чтобы с детьми кто-то побыл. Во-вторых, мы хотели съездить в зоопарк. В-третьих, у нас логопед. И, естественно, если это будет ветрянка, то никуда мы не будем ходить, чтобы других людей не заражать. Ну, блин, что делать? Посмотрим, если завтра утром он проснется, ничего не изменится. Ну, знаешь, что это, видимо, просто такой укус. И какой-то насекомыш его все-таки покусал. У нас в прошлом году тоже была такая же фигня. В начале лета. И сейчас тоже эти мошки мелкие летают, они прям такие совсем-совсем маленькие, их еле заметно, они через сетки пролетают вообще спокойно. Но они такие, то что они кусают, и причем не один раз, одна мошка может укусить там 3-4 раза, я это на себе проверяла, и там получаются такие же пятнышки, но без пузырьков, просто красные пятнышки, и они не сразу проявляются, то есть они как будто бы по очереди, там через какой-то промежуток времени. Я тогда подумала, что у него ветрянка, даже вызывали педиатра, нам сказали, что нет, будем понаблюдать, но ничего, естественно, не изменилось, и как бы мы определили, что это были укусы мошек, потому что я прям реально так посадила на себя мошку, смотрела, как она меня кусает, и потом на мне тоже эти укусы проявлялись, причем не сразу, как я уже говорила. Сейчас что у него, я тоже не знаю, ну, раз на даче были, естественно, там есть насекомые, покусали. Ну, вот этот вот прыщ с жидкостью, что у меня не дает спокойствия никакого. Ладно, ребятки, не буду вас грузить. Увидимся с вами завтра. Всех люблю, целую, всем пока.